Здравствуйте. Вы смотрите интервью. В студии Ян Ермешов. Во всем мире началась глобальная неделя безопасности дорожного движения. Мотоциклисты открыли свой сезон, ну и некоторые штрафы существенно изменились с 1 мая. Вот об этом все мы сегодня и будем беседовать с моим гостем. У нас в студии начальник ГИБДД края Алексей Чтинов. Алексей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Во всем мире вот сейчас идет неделя, такая глобальная неделя безопасности дорожного движения. И, насколько я знаю, даже по инициативе ООН проводится. А как это отразится здесь у нас, на Красноярском крае? Что будет происходить? В этом году данная акция посвящена как раз, чтобы было обращено внимание на соблюдение именно скоростного режима. Ведь мы прекрасно понимаем, если автомобиль двигается с положенной скоростью, это все предусмотрено правилами дорожного движения, то гораздо больше шансов, что в случае возникновения какой-то опасности или ДТП последствия будут минимальными. Поэтому мы будем проводить соответствующую разъяснительную работу как в образовательных учреждениях, так же и в средствах массовой информации. А дополнительно будут проводиться мероприятия, которые направлены на профилактику нарушений скоростного режима. Рейды. Это, скорее всего, можно назвать не рейды, это повседневная будет работа, но с максимальным использованием как раз приборов, которые фиксируют скорость. Причем с учетом специфики нашей территории Красноярского края, здесь мы будем обращать больше внимания на нарушение скоростного режима такими категориями транспортных средств, как большегрузные автомобили и автобусы. Все, наверное, прекрасно знают, кто знает правила дорожного движения, что автомобиль категории С должен передвигаться по дорогам общего пользования вне населенных пунктов со скоростью, не превышающей 70 км в час, в городе, как и все, 60 км в час. Но если кто выезжает на трассу, увидит, с какой скоростью сейчас передвигаются у нас большегрузные автомобили. Поэтому именно с ними мы будем заниматься более предметно данной профилактической работой. Ну и с автобусами, опять-таки, пассажирскими. Мы помним эти случаи, когда неоднократно происходили аварии у нас в Красноярском крае. Это были печальные последствия. Поэтому... Да, действительно, тоже такая категория перевозчиков. Если им разрешено двигаться со скоростью 90 км в час, но мы, к сожалению, с учетом того, что практически весь этот транспорт сейчас оборудован средством тахограф, фиксируем, что они передвигаются со скоростью и 110, если даже 120, поэтому к ним то же самое будет нами уделяться соответствующее внимание. Ну и, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться ко всем водителям. Все вы прекрасно понимаете, что скорость нужно соблюдать. Никаким образом, если бы даже проводя те испытания, которые мы проводили, вне зависимости от какой скорости будет двигаться автомобиль на продолжительном участке, в любом случае средняя скорость у вас будет примерно равна 80-90 км в час. И вы в любом случае, если будете превышать, не намного сократите время в пути. Поэтому подумайте, чтобы действительно сохранить свою жизнь и поберечь жизни других участников дорожного движения. Алексей Викторович, ну вот существенно вырос штраф за нарушение на железнодорожном переезде. Вот неужели это настолько острая проблема, что пришлось повышать штрафы в 5 раз до 5 тысяч? Это действительно проблема довольно-таки серьезная, потому что, как правило, если происходит дорожно-транспортное происшествие, связанное с нарушением правил на ЖД-переезде, это довольно-таки тяжкие последствия. Потому что поезд остановить за считанные секунды, как автомобиль, нельзя. И практически нередки случаи летального исхода. Для этого как раз законодатель и внес ужесточение штрафов, чтобы водители действительно соблюдали правила проезда железнодорожных переездов. А что является нарушением? Вот за что могут выписать этот огромный штраф? Прежде всего, это проезд через дорожный переезд при закрытом, закрывающемся шлагбауме, либо запрещающем сигналом светофора. Да, не обязательно, что будет это выявлено сотрудником госавтоинспекции. Этот факт может быть зафиксирован либо приборами автоматической фиксации, либо видео, которыми сейчас уже оснащены все переезды. И по заявлению от работников железной дороги, которые к нам поступят, мы также водителя будем привлекать к ответственности. А много таких происшествий? Если говорить по территории обслуживания Красноярского края, в этом году было зафиксировано 2 дорожно-транспортных происшествия, связанных именно с ДТП на железнодорожных переездах. Я прочитал, что теперь автомобиль можно купить через сайт госуслуг, ну, то есть связаться с продавцом, это имеется в виду автомобиль, который бывший в употреблении.
Понятно, как технология будет строиться этой купли-продажи? Ведь... Госавтоинспекция только проводит регистрацию транспортного средства для допуска его к эксплуатации. В данном случае, почему это как раз новшество и вводится, мы прекрасно понимаем, что, например, человек купил автомобиль в городе Новосибирске. Пока он передвигается сюда, новый собственник, для того, чтобы поставить автомобиль, автомобиль продолжает числиться на прежнем владельце, и, соответственно, ему могут прийти штрафы за нарушение правил дорожного движения тогда, когда он фактически владельцем не является. Для этого это как раз нововведение и создано. И с того момента, как этот документ будет полностью находиться в базе госуслуг, он автоматически попадает в подразделение госавтоинспекции, и, соответственно, уже будут налагаться административные штрафы на того владельца, кто указан в данном документе покупателем. А в любом случае, после этого покупатель должен прийти будет в подразделение госавтоинспекции, сотрудники пройдут осмотр транспортного средства, выдадут новое свидетельство о регистрации автомобиля, где будет уже вписан новый собственник. Вот оно что, оказывается. Да? То есть, а ведь действительно, многие покупали автомобили долгое время, есть же какой-то разрешенный срок не регистрировать их, насколько я понимаю, да? И человек ездил, а штрафы приходили прежнему владельцу. Теперь от этого можно совершенно спокойно избавиться за счет того, что вот будет работать такая услуга. Безусловно, оформив таким образом, то автоматически штрафы уже не будут приходить. И здесь еще как раз в чем весь вопрос. Ведь нередки те случаи, когда вроде бы автомобиль устраивает и покупателя, он приобретает автомобиль, но там есть какие-либо обременения, то в данном случае эта сделка будет оформлена с учетом проверки по всем базам только в том случае, если там нет каких-либо обременений. И тем самым, по крайней мере, документально новый владелец будет чувствовать себя безопаснее. И тому выгодно, и этому выгодно. Если оба честные продавец и покупатель, им обоим выгодно. Совершенно верно. Отличная система. Давайте вернемся еще к одной теме, которую мы обсуждали в этой студии. Это сдача экзаменов в ГИБДД, я говорю о вождении. Как только новые правила вступили в силу, мы здесь встречались, и тогда это была катастрофа. Очень многие не сдали. То есть количество сдавших упало просто резко. Сейчас, спустя почти 2 месяца, ситуация изменилась или нет? Да, она меняется в лучшую сторону. Если в апреле месяце у нас процент сдачи с первого раза практического этапа вождения составлял не более 19%, то как раз, готовясь сегодня на нашу с вами встречу, я посмотрел, то сейчас он, средний краевой процент составляет 25,5%. То есть мы говорим о том, что качество после того, как ввели, обучающие организации увеличили, ужесточили свои требования к курсантам, и теперь они действительно их начали готовить для того, чтобы они смогли спокойно передвигаться в условиях реального времени, то есть и быть готовыми к повседневной передвижению на дорогах. Ну, то есть я хочу напомнить нашим зрителям, что сейчас все сдают в городе. Да? Если раньше где-то сдавали что-то на автодроме, ту же самую парковку, то сейчас все в условиях города, поэтому... Это для многих явилось таким жестоким испытанием. Это была действенная мера, которая повлияла именно для стимулирования обучающих организаций тому, чтобы они повышали качество обучения. На улице уже выехали мотоциклы. Был открыт мотосезон. Я даже знаю, что вы сами мотоцикл водите, да? Да. Как раз участвовал в открытии. Участвовали в открытии. А давно ездите на мотоцикле? С 16 лет. Как получил водительское удостоверение категория А. Ну вот на самом деле это хорошо, это летний вид транспорта. Но вот буквально недавно, мы тоже показывали в наших новостях, на проспекте Мира была жуткая авария, где мотоциклист снесся с какой-то бешеной скоростью и врезался в поворачивающий на перекрестке автомобиль. Каким-то чудом люди не пострадали, когда двухколесная машина просто вылетела на тротуар. Невероятно. Сам, насколько я знаю, мотоциклист тоже сильно пострадал, у него были переломы. А вот часто ли мотоциклисты нарушают правила, и как здесь можно бороться с нарушителями? Здесь, прежде всего, у нас на территории города Красноярска и с прошлого года по территории края уже службу несут сотрудники именно на таких же
транспортных средствах, это на мотоциклах. Мотовзвод. Мотовзвод, где действительно уже это дисциплинирует водителей. Если в целом говорить, то мотосообщество города Красноярска, оно дисциплинированное. Есть, конечно, те товарищи, которые путают какие-то спортивные гоночные трассы с улицами города. Вот про ту аварию, которую вы рассказывали, как раз именно та ситуация. Вместо того, чтобы данный мотоцикл, он являлся спортбайком, используя где-то на соответствующей трассе, которая разрешена на улицах, там можно выплескивать свой адреналин и там передвигаться с той скоростью, с которой ты хочешь проехать. К сожалению, некоторые как раз используют улицы города. Вот к этим как раз товарищам я бы хотел обратиться, ведь вы прекрасно понимаете, что вы не одни на дороге, и при превышении скорости вы не сможете своевременно в возникновении опасности остановить свое транспортное средство. Поэтому лучше в городе соблюдать те правила, которые предписаны. Вы говорите, мотосообщество красноярское дисциплинировано, да? То есть вот такие выезды ваши, да, на открытие, они, так сказать, влияют? Наши сотрудники уже на протяжении многих лет, как у нас был создан мотозвод, несут службу совместно с активистами байкерского движения. И прекрасно понимаем, что это довольно-таки положительно влияет на тех нарушителей, которые передвигаются. Когда не только сотрудник госавтоинспекции его останавливает, но и такой же его партнер, такой же его единомышленник, и тоже с ним проводит профилактическую работу. Поэтому за последние годы мы видим, что дисциплина в данном мотоциклетном сообществе у нас повышается. Байкеры помогают сотрудникам ГИБДД? Да. Всю жизнь же было противостояние. Всю жизнь же это было столкновение двух разных систем. Ну, вы это помните, наверное, тогда, когда это все создавалось. Конечно. А сейчас это не только в городе Красноярске, везде дисциплина повышается. И ведь те же самые байкеры прекрасно понимают, что они могут оказаться законопослушны, кто соблюдает правила дорожного движения, они же могут и понимать, что в той ситуации, когда лихач несется, и могут оказаться они, поэтому они тоже беспокоятся как за себя, как за своих близких, поэтому они теперь на нашей стороне. А вам-то удается полихачить? Вот вы говорите, там, выехать где-нибудь на трассе, ну, на специализированной трассе. Вы выезжаете, лихачите на мотоцикле? Ну, конечно, адреналин свой нужно выплескивать, поэтому, да, иногда я периодически выезжаю на Красное кольцо, и там уже полностью испытываю своего двухколесного коня на все его возможности. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Я желаю вам хорошего мотосезона. Спасибо. У нас сегодня в гостях был Алексей Членов, начальник краевого ГИБДД. Всего доброго. До встречи, дорогие друзья. И берегите себя на дорогах. Будьте внимательны.